Let's get ready to rumble! Чемпион WBO в первом легком весе украинец Василий Ломаченко в беседе со СМИ накануне боя с обладателем пояса WBA в легком весе Хорхе Линаресом поделился своим мнением о противостоянии Головкин-Альварес, передает S-News. На вопрос, когда люди говорят про Канело и Головкина, как ты видишь их? И по поводу боксерского IQ, по поводу боксерских навыков, Головкин был бы у тебя впереди, чем Альварес. Ломаченко ответил так. Сложно говорить о бое, когда один готовится честно, а второй не честно. Сложно об этом рассуждать. Я не могу ставить Альвареса впереди, потому что тот бой, который они провели первый, я считаю, что Гена выиграл у него. Поэтому я могу ставить человека впереди Альвареса, впереди Гена, если, по моему мнению, он проиграл.